Вообще все страхи делают нашу жизнь отвратительной на ровном месте, ухудшают нашу с вами качество жизни, переживание жизни. Я вам более того скажу. Эти страхи страхами – это еще полбеды. Проблема состоит в том, что страхи потом превращаются в генерализованную тревогу. То есть вы сначала одного боитесь, потом другого, потом третьего, потом 25-го, а потом вы, в принципе, уже, у вас называется, начинается генерализованная тревога. Вы какое-то время на этой генерализованной тревоге можете просуществовать, а потом у вас наступит депрессивная фаза, потому что невозможно всю дорогу организм держать вот в этом психе. Когда мы всего начинаем бояться, мы начинаем в какой-то момент думать, а трава не расти, вообще будет, что будет. И вот депрессия, это вот будет, что будет. Вот вообще ничего не хочу, ничего не буду, ничего не получится, и все, 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 все. А вот и вот это ступеньки, которые начинаются со страхов, которые начинаются вот этого избыточного нервно-психического напряжения. Давайте так не будем жить.